миссия невыполнима. Операция «Кадрос 2018». При участии Алексея Деснерова. Jet-Extreme вещает. Реквием. Леня Jet-Extreme возвращается в Тулу. По этому случаю компания «Проходимец» даже мне выделила какой-то специальный резиновый интейк. Компания «Проходимец». Спасибо Сергею, директору. Это мой друг хороший. Ну, первый раз съемную штуковину эту поставил, чтобы все готово было. Вода в Туве большая, поэтому поедем сначала на винте, а потом оденем водомет. Все, последние штрихи осталось. Сейчас водомет прикручиваю. Сейчас закрепим его. Пользуйся только резиновыми интейками от компании «Проходимец». Так что вопросы можно глупые не задавать впредь. На каких интейках я езжу? Только на резинах от компании «Проходимец». Немножечко тут докрутим. Покажу вам, как реальные ребята собираются на рыбалку. Так. Тут вчера еще по случаю шпильку сломал. У меня теперь одна шпилька. Нестандартная, не американская. Поэтому двумя ключами пользуюсь. Это сразу ответ, почему два ключа. Еще на 10. Опять его потерял. Где этот на 10 ключ у нас? Вот. Ну и теперь я вам покажу, как собираются реальные ребята на рыбалку в Затаймине. Для начала и заметьте, когда это все я вам покажу, едем вдвоем на одной лодке. Это сидушку я себе сделал первый раз. У меня спина сломана. Помидоры абаканские. Это, кстати, основная прикормка для таймени, если не в курсе вообще. На него и ловить будем. Ну и теперь вам на основное блюдо, чтобы вам всем, ребята, стало стыдно, почему вы так мало лайков не ставите. Я вам показываю свой прицеп. Это мы едем вдвоем. Опись в описании. Вот так каждый раз, вот так каждый раз. В Монголии еще больше берут. Тут по привычке сегодня деньги поехал с банкомата снимать наличку. Думаю, так, надо еще доллары взять. Потом вспоминаю, что в Тулу еду, ребят. Еду в Тулу. Так что одни рубли только нужны. Ну вот. Jet-Extreme, Requiem, возвращаемся в Тулу, сейчас поедем на Хамсару, а там по обстановке
посмотрим, какие речки открыты, какие закрыты. Сейчас еще минут 30-40 сборы. И все, и вперед в Кызыл. Здравствуйте! Jet Extreme вещает. Большой Енисей. Переправа Тарахем. Все. Лодку спускаем и вперед. Так что у нас все быстро произошло. Полет проходит великолепно. Так. Сколько я должен? 450. Все, рассчитались. Переезд 450 рублей стоит. Карты здесь не принимаются никакие, не платина никакая. Ой, 170 километров. Но это не в Монголию ездить, ребят, так что ничего. Это. Все выдержали, прицеп выдержал, мы выдержали. А как я здесь давно не был? Это... 2 года, ровно 2 года. Ровно 2 года я не был в Тарахеме. Да. Реквием. Ух ты. Реквием. Возвращение Лени Jet Extreme. Это к истокам Большого Енисея, Хамсара. Сегодня будем пытаться уже на воду встать и уйти сегодня до Хамсары. Туда вниз еду. Так. Где нам лучше разгружаться? А может и не надо? Может и не надо? Не надо. Прям... Ну. Ну так я в курсе. Я сюда почему и не ехал это из-за дождей. Я хотел-то раньше еще приехать. Так. Ну-ка там сильно грязно, нет? Ну, наверное, лучше там разгружаться. Давай я, наверное, сюда вот так прицеп подгоню. Мы лодку прямо сюда скинем. Вот здесь будем качать, наверное. Ну, я буду качать, вы поедете. Сейчас все вещи. Да, вот сюда подъеду, сюда будем все скидывать. Сюда лодку. Ну, с бугра будет это. Лодку прямо сюда скинем. Вещи там все расставим. Ну, все, поехала это. Еще комаров не так сильно, как в прошлый раз. Ну да, да. Не, ну после дождей я чувствую, там комаров будет. Я в Кадрос хочу сходить. Раз, два, три. Так, вот у нас сказки. О, кстати. Хочу показать вам, что у меня есть. Как вам? Для экстрима. В моей каске еще сзади босс написан. Вот такими же буквами. Ну, типа того, как. Как Дмитрий? Кто здесь босс или как? Ха-ха-ха.
что, двух болтов хватит? Что думаете? Ну все. Все, давайте, мужики. Ну все, Юр, спасибо, мужики. Еще не первый раз. Не первый раз и не последний. Все, Юр, на телефоне, я со спутника. Там не удивляйся, там номер дикий будет. Он не такой будет. Там, блядь, ну... Ну че? Ну да. Ну че, ребят, все. Атакуем большое неси. А? Че нам? Че хотел? Но у нас времени нет. Бля, ну прости. Буяна пердоли. Вот это на винте жесть. Амсара 2018. О, добрались мы. Успели до ночи. Фирменное блюдо Jet Extreme. Гречка с тушенкой. Тушенка монгольская. Гречка русская. Проблема. Проблема-дилемма. Завтра уже хотели в речку попасть, которую планировали. А у нас тут нюанс. Мы палатку под аппаратуру забыли, а аппаратуры у нас очень много. И вот сейчас дилемма. Самое главное, посоветоваться-то вроде не с кем вообще абсолютно. С вами посоветоваться бы с удовольствием. Так вы ответите только через 2 или 3 месяца, не раньше. Поэтому это. Либо завтра вставать в 7-8 и мчаться до Хамсета, до поселка, до Тарахема. Тарахема где-то. Ну, на винте вообще махом правда, блядь. Ну, сколько? Час вверх, 40 минут вниз. 2 часа потеряю ее, да? 10 часов. Потом приезжаю здесь, дозагружаемся. Ну, где-то к обеду я появлюсь на запланированной речке. Да, в запланированной речке осталось километров 60. 60 километров – это 2 часа ходу. Ну, в обед мы будем при любом раскладе там. И там придется поработать. Хотелось бы завтра уже вечером порыбачить, конечно. Ладно, будем думать. Сейчас тушеночки забабахаем. С гречкой. Все это чаем запьем и спать ляжем. По прогнозам, мы сюда ехали, дождей не будет. А местные нам все говорят, или у них интернет другой, или еще что-то, я не знаю. Но они все говорят, что завтра будет дождь. Это плохо. В принципе, раньше без дополнительной палатки ездил, ничего страшного. Вот этим укрывался. Но сейчас аппаратуры много. Не знаю, что делать. И возвращаться неохота. За палаткой. Как там на реке, непонятно.
Пробьемся, не пробьемся. Не зря ли это все. Ладно, покушаю тушенки с гречкой и буду думать. Ну, на этом все. Сегодня у нас день приключений закончился на сегодня. Поэтому всем до свидания.